Форварды. Антон Курьянов. Непривычно видеть его в форме трактора. 10 сезонов в составе «Авангарда», но сегодня он играет против своей бывшей команды. Снова Кузнецов. Пока что без обострения. Вот сейчас Ласева вынужден так в прыжке шайбу накрывать. Сейчас то ли по руке, то ли куда-то в корпус получил клюшкой. Но через боль играет. Вылезает на пятачок и нарушение зарабатывает. Молодец. 1-0 становится счет. «Авангард» забивает. 1-0. И тот уже на добивании расторопнее всех оказался. Посмотрите, два защитника трактора здесь в роли зрителей оказались. Кондратьев и Гуськов. Баранка, перевод налево. Классно! Вот это сейв Гарнет! Срывает аплодисменты после броска Пережогина. Пережогин шайбой. Еще один бросок в щитки защитнику. Прямо на пятачке там резиновый диск скачет. Бол прошел всю среднюю зону и позволил «Авангарду» продолжить атаковать. По мячу перехватывает шайбу в средней зоне. Добивание. Гарнет. Один сейв, второй сейв, третий сейв. Великолепно. Майкл Гарнет показывает, почему он считается одним из лучших голкиперов КХЛ. Смотрите, отбивает шайбу перед собой Гарнет. Затем закрывает ближний угол, закрывает дальний угол. Смотрите, как грамотно перемещается. Мамашев. Паузу выдерживает. Гол! Евгений Кузнецов в одно касание. Великолепно. 1-1 становится счет. Сравнивает трактор. И делает это очень красиво. Антон, первый раз в своей жизни ты играешь против своей бывшей команды. Не охота ли тебе на интуитивном уровне таком сыграть в пас, например, с Андреем Ивановым или там с Саней Пережогиным? Ну, нет, наверное, уже перестроился, поэтому, ну, это работа, это игра, и как бы я играю за трактора, хочу приносить больше пользы трактору, чтобы моя команда побеждала, поэтому после игры мы, друзья, общаемся, сейчас мы соперники. Давление, но все-таки подарил шайбу сопернику, и тут уже покатил вперед Семен Жеребцов. Ткачев оказался на льду, удаления не будет. Андрей Костицын на позиции защитника оказался сейчас. Из Караганды. Цыбин, пас в центр. Какой момент! И бросок поворотом, и гол! 2-1 в пользу трактора! Переиграл «Авангард». 10-8 по броскам, 10-6 по выигранным вбрасываниям. 10-9 было по выигранным вбрасываниям в первом периоде, но «Авангард» тут же отвечает. Очень быстро все происходит. И счет становится 1-1. Владимир Ткачев принимает поздравления. Стал считаться крупным для хоккея. Еще один бросок. 3-2, пожалуйста, как заказывали. Великолепная шайба. Евгений Мозер зарабатывает второе очко в этой встрече. Ассистировал он первой шайбе Михееву, а сейчас забивает сам. И великолепно это делает. Сказал, что после Евро-челленджа Белединов посоветовал поработать над физикой и катанием. И, по словам Никиты Певцакина, он поработал хорошо, но у нас трактор сравнивает счет снова в большинстве. Дмитрий Рябыкин. В полном составе «Авангард». Вторую шайбу пропускает команда из Омска в меньшинстве. Ну и трактор должен был забивать. А вот сейчас Лаурис Дарзинш выводит трактор вперед. 4-3. Дуплетом у нас стреляют команды. То одни сравняют и выйдут вперед, то другие. И втроем оказывается трактор. Выброс шайбы за предел площадки. 2 минуты. Трактор выходит сейчас отбиваться. Ну а кто там у «Авангарда»? Скажу чуть позже. Бросок, гол! Семин выигрывает вбрасывание. И «Авангард» сравнивает счет. Денис Куляш. Продолжается Сергей Костицын на Фролова. Трактор в полном составе. Фролов вылезает на пятачок. Передача, бросок. Гарнет вытаскивает эту шайбу своим щитком. И выход 2 в 1 трактора. Это может быть опасно. Но нет, не дотянулся до шайбы сейчас Алексей Бондарев. Ну а вот момент, когда Фролов, посмотрите, так из-за ворот
Какую передачу конфетку выложил Ивану Баранке? Передачу Баранку, да? Майкл Гарнетт будет ему противостоять. Красивая шайба. Поднял ее Мозер своим броском над ловушкой Гарнетта. И 1-0 в пользу Авангарда. Еще более неспешен по сравнению с Дарсеньшем Кузнецов. Более хитро решил сыграть, но неточный бросок. Бросок. И Авангард одерживает победу.